Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам хотим представить наш очередной проект. Это 2019 год, новый Ford Raptor в максимальной комплектации. Он практически, за исключением дисков, диски остались стандартные. И эта машина у нас едет на Казахстан. Занял это тоже немного больше месяца, весь проект, потому что ставили на него лировский кунг, новый этот спорт, который идет на Рапторы, и у них какой-то случился перебой с производством этих моделей, и мы ждали не обычных там 3 недели, а практически 1,5 месяца этот кунг. Вот, все остальное уже было готово, было установлено, появились какие-то новые фишки у нас в этом проекте, и мы это вам сейчас покажем. Что нового, клиент как нас нашел, он смотрел наши видео, ему понравился наш очередной проект, это был как серый Raptor, который мы делали, тюнинговали. Он сказал, хочу вот точно такой же. Как бы уже расчет был четкий, он понимал, сколько это будет стоимость запчастей, сколько будет стоимость работ, ну и стоимость самой машины. Все было четко, понятно. Единственное, по ходу мы ему предлагали какие-то новые вещи, которые мы еще не делали на других машинах, и он соглашался, либо нет. И вот сейчас мы вам представим то, что у нас получилось. Давайте начнем. Так, ну, начнем спереда, как говорится. Здесь у нас наши всегда стандартные вещи, которые мы ставим всегда. Это аппликатор на капот, особенно на белой машине, он классно смотрится с этими черными акцентами, с полированными накладками на дверях, он очень хорошо смотрится. Сейчас будет другой вариант, мы будем ставить матовый аппликатор с матовыми дефлекторами на окна, тоже должно быть интересно смотреться. Ну вот в этом сочетании смотрится хорошо. Наклейки, это уже шло у нас в базе, это наши фордовские оригинальные наклейки. Единственное, что нового мы принесли, еще никогда не делали, это вот эти наклейки на капот Ford Performance. Это наш первый опыт, клиенту очень понравилось. Опять же, смотрятся они классно на белой машине, да, наверное, на любой машине у нас уже, они и на серой есть. Вот. Эта компания, отдельная компания делает эти графику эту, но вся эта графика идет уже непосредственно на Ford. Это официальный Ford сертифицированный продукт. Вот, а мы покупаем это непосредственно у компании. Мы вам потом покажем, у нас следующий проект. Там очень много графики идет от этой компании на машину. И очень много вариаций различных. Вы это все увидите. Надеюсь, вам понравится. И в ваших заказах мы это воплотим. Поехали дальше. Рамка под номерной знак тоже как бы стала очень популярной. И действительно, это вариант решения вопроса, куда крепить номерной знак. Ну, так популярная лебедка. Это все та же Варн, Зенон. 12 тысяч паундов ее усилия. Электролебедка. Вот. Этот популярный крюк у нас фактор. Защита троса на крюке. Тоже мы это все ставим. И накладка на сам бампер, это тоже фактор компании. Сейчас мы разблокируем нашу лебедку. Вот смотрите. Очень много покупают у нас лебедок, заказывают на различные машины. Сейчас у нас большой проект по тундре, и все время спрашивают, какую лебедку вы рекомендуете. Да, эта лебедка одна из самых дорогих, это самая дорогая топ-версия у Варна, но если вы покупаете дорогую и качественную машину, точно такую же надо и покупать лебедку. Здесь полностью синтетический трос у лебедки, дистанционное управление. Вот, и вот так это все работает. Сзади на крюке такие резиновые накладки стоят, которые позволяют, ну, как бы не повредить саму накладку на бампере. Все, есть. Дальше. Чтобы установить лебедку, мы, естественно, меняем интеркулер. Вот стоит более сильный увеличенный интеркулер, который добавляет и мощности вашему двигателю, ну и позволяет нам сюда установить лебедку. Поехали дальше. Здесь свет у нас тоже. Мы установили rigid свет. Очень у нас различные лампы. Здесь это рассеивающая лампа по краям стоят, которые светят по краям. Это лампы ближнего света. Это лампы дальнего света, супер дальнего. Вот такой комбинацией мы это все дело задействуем. Ну, как всегда, брызговики. Вот еще новое. Вот эти наклейки Raptor. Это мы тоже купили у той же компании. И они как бы
добавляют этого черного контраста, и очень классно смотрится с оригинальными рапторскими наклейками. И стоит это всего там какие-то, я не помню, по-моему, $40 вот эта вот вещь стоит. То есть очень эффект дает очень положительный. Так, это наклейки тоже шли уже вместе с машиной оригинальные. Мы уже говорили про вкладыши варки, говорили про брызговики. Единственное, вот у нас тоже наш новый свет. Вы видите, это тоже фары от компании Rigid. Вот, но они очень классно смотрятся здесь сзади. Во-первых, они вам дают очень гораздо больше света, потому что при включении заднего света у вас работают вот только маленькие такие фонарики. Естественно, света вам совсем недостаточно. Мы их не подключали к заднему свету, то есть, включая задний свет, они не загораются автоматически, они включаются тумблером. Для чего это сделано? Для того, чтобы вам надо свет сзади, вы включили тумблер, вам не надо включать заднюю передачу. Сейчас я выключу общий свет. Вот, и теперь вы видите, они светят тон габаритов таким красным светом. Очень красиво смотрится, аккуратно, и решает нашу проблему с задним светом. Дальше поехали. Ну вот наш Кунг, это Lear XQ 1000 Sport, он готовился специально для Raptor. Это уже третий Кунг, который мы ставим на Raptor этого плана. А новшество здесь сейчас то, что нам не нужны ключи, хотя ключи остались. Он блокируется вместе с кнопкой. Вы блокируете замки, кстати, на сигнализацию, блокируется и Кунг. Все, здесь у нас амортизаторы. Все четко. Это самая дорогая модель у Лира. А вы видите, уже идет ковровое покрытие в базе, идет LED-свет в базе. Сейчас мы, кстати, можем активировать, наверное. Вот тут есть кнопочка, вы можете активировать этой кнопкой, либо же вы можете настроить в кабине, при открытии кузова свет сам активируется. Есть. А ну и дальше у нас, смотрите, эта система Дейки тоже стала очень популярна, и многие ее ставят сейчас практически в каждый Raptor. Вот это такая система. Сейчас мы снимем этот. Коврик мы постелили специально, потому что сверху очень жесткий пластик, и если вы какой-то груз перевозите, он будет просто тут скользить и летать. Поэтому коврик – это решение вопроса. Так, ну сейчас мы его снимем и покажем вам всю саму систему. Положим. Коврик очень толстый, тяжелый, мощный. Так, вот эта система Decket, это система организации багажа в вашем кузове. Что она решает? Ну, во-первых, вот посмотрите, вот такие выдвижные пеналы, длиной они на весь кузов. Здесь такая система распорок, которую вы можете точно так же ваш организовать багаж, как вам необходимо. Вот так они защелкиваются. Вот эти корзинки, бины появились только сейчас, еще до этого ни в одном Деки, где их не было. Тоже удобно, как бы, новая организация. Вот такой вот. Второй вариант. Здесь у нас ящики. Ящики тоже мы уже демонстрировали не раз. Очень качественно выполненные. Смотрите. Здесь у нас замки. Здесь у нас идет резиновая прокладка, то есть он практически... полная изоляция от воды, то есть вы его можете водонепроницаемого. Ну и здесь вы точно так же можете ставить такие вот разделители. Очень он крепко закрывается, ну и весь очень надежен. То есть все, что вам необходимо, достали, взяли, пошли. Ну, там еще второй такой же ящик. Ручки тут тоже, кстати, с двух сторон, вы можете вот так нести, как вам угодно. Так, ну и по краям у нас посередине стоят арки колес. Естественно, это пространство у нас не задействовано. По краям есть такие лючки, вот они, сейчас вам продемонстрируем. В каждом углу вот такой вот лючок, и туда вы еще можете сложить какую-то мелочь. Все очень мощно, очень крепко. Сейчас мы посмотрите толщину пластмассы.
сюда может смело заезжать квадроцикл, мотоцикл, несколько мотоциклов. Это все выдерживает ваш кузов. Так, что еще? Окошки открываются здесь. Во-первых, стоит антимоскитная сетка, и вот таким вот образом вы можете сделать проветривание вашего Кунга. Система рилингов, рилинги тоже устанавливаются отдельно. И здесь к рилингам идет такие скобки, и на них вы уже можете делать тут все что угодно: сетку, какие-то ременные крепления. То есть вам надо закрепить ваш багаж здесь наверху, вы тоже вот с помощью этой системы это все делаете. Вот, кстати, вы видите, здесь есть маленький фонарик такой. Для чего он нужен? Если вы вечером, темное время суток, делаете подсоединение к прицепу, он светит непосредственно в эту точку и помогает вам в темноте подключить ваш прицеп. Вообще, Ford F-150 и Raptor в том числе очень адаптированы к прицепам. То есть, если вы много пользуетесь там лодкой, любыми другими прицепами, мы уже показывали вам, здесь есть помощь движения, управление прицепом, специальная система такая есть пока только у Форда. Ну и все настройки, вплоть до слепых зон, в зависимости от ширины вашего прицепа, от типа вашего прицепа, все настройки работают непосредственно в машине. Мы это демонстрировали в отдельном видео, и вы можете найти это на нашем видеоканале. Ну и это вот наша тоже фишка, которую сейчас все просят поставить. Это антенна в виде пули, красиво смотрится вместо этой большой антенны, которая ломается очень часто на мойках. Так, теперь пойдем вовнутрь. Смотрите, здесь у нас, ну как всегда, ящик под сиденье, и сюда мы вывели компрессор. Компрессор сам у нас стоит внизу, здесь же у нас непосредственно шланг, и длины шланга хватает, чтобы накачать любые из колес. Это мощный компрессор. Мы вам покажем, что это за модель, как он сделан в нашем видео дальше. И вы можете дотянуться этим шлангом до любых из колес. Единственное, что мы не сделали сейчас, вот дошло, что поставить специальный манометр. Но в будущем мы это сделаем или купим клиента. Вот очень удобная вещь. И хранится она здесь у нас непосредственно в ящике. Легко снимается. Вот быстрый съемник. Вот вам не надо. Освободили место. Так, что дальше? Мы показывали, здесь у нас за спинкой находится весь инструмент, которым мы недавно пользовались. Домкрат, баллонный ключ. Все у нас здесь. Здесь тот же самый, тот же ящик продолжения. Ну и здесь мы сложили уже клиенту все его там вещи. Это такие крюки, которые вешаются у нас в багажнике по периметру. Это оригинальный крюк от лебедки, который идет вместе с ней. А это фильтра на компрессор. Вот, кстати, оригинальная антенна, как она выглядит. Так, и здесь, как всегда, мы ставим это такой крючок, который тоже просят все, который помогает нам открывать заднее сиденье. Вот этот механизм. Ну, а сзади вы можете увидеть сам сабвуфер и усилитель. Так, что дальше? Ну, покажем по салону немножко, но это все вы уже видели в наших прошлых видео. Это самая дорогая, опять же, версия с Blue Accent пакетом. Вы видите синее Recaro сиденье у нас. Это синяя замша, самый, кстати, качественный материал, который предлагают Raptor, это вот на этих сиденьях. Во-первых, они действительно более мультиконтурные получаются. Во-вторых, замша очень толстая, а если в стандарте, то тут идут тканевые вставки, которые, ну, впоследствии быстрее гораздо изнашиваются, чем эта замша. Ну и смотрится, мне кажется, гораздо интересней.
синие строчки. В эту же цену стоит этот пакет, по-моему, 2400. В эту же цену, кроме этих сидений Рикара, входит вся обшивка таким синей строчкой и карбон-пакет. Что сюда входит? Вот вы видите накладки на дверях карбоновые, карбоновый шифтер переключения передач и карбоновая вставка под бардачком. В базе эта машина стоит 75 700. Я повторюсь, это максимальная комплектация, которая не включает в себя только кованые диски. Все остальное здесь есть. Единственное еще, что мы сделали, это красную кнопку пуска двигателя. Мы ее тоже покажем, как она выглядит. Это просто наклеечка такая. Так, ну, ребят, сейчас мы вам покажем, что мы сделали тут по защите. Появились какие-то новые элементы, чего мы раньше никогда не делали. Ну и в то же время и все, что раньше было, тоже покажем. Итак, вот это Ford Performance, это известная защита, уже мы ставим, наверное, ее пятую или шестую, и как бы очень стала популярной, практически каждый Raptor уже идет с ней. Вот она идет отсюда, то есть вот эта заводская защита передняя, которая идет от бампера, а следом за ней мы уже всю заводскую защиту снимаем, потому что она гораздо тоньше, она уже идет металлическая, не алюминиевая, и вид другой, и ее эффективность другая. Здесь же она идет очень толстая, практически, сколько у нас, 3 мм толщиной, и очень качественно смотрится. Вот она начинается отсюда, вот пошла, и вот здесь она заканчивается на трансфер-кейсе. Это то, что мы ставим всегда. Но здесь плюс, мы еще поставили защиту топливного бака. В оригинале заводская защита идет пластиковая, мы ее вам сейчас тоже покажем. Здесь же мы установили точно такую же алюминиевую, это другая уже компания, это не Ford Performance делает, это специальная компания, которая занимается только защитой, и вы можете заказать металлическую, можете заказать алюминиевую, можете заказать алюминиевую в черную. Вот, мы выбрали именно алюминий, чтобы в тон нашей Performance защите, и она даже толще, она практически пятерка алюминий, и вот она очень надежная, полностью весь бак она закрывает, и в штатных местах она крепится, то есть это совсем новая опция, мы еще не делали ни на одном Рапторе, вот такая, я считаю, полезная. Но они делают эту защиту только на длиннобазный Раптор, на короткую кабину она пока не производится. Кстати, и эта же компания предлагает защиту, замену вот этой Ford Performance, стоит она подешевле, $800, в отличие от оригинал, он почти 1200-1187, вот эта защита стоит. То есть мы можем поставить полностью весь комплект защиты от RCI. Я надеюсь, у нас в скором будущем появятся клиенты, и мы закажем весь комплект защиты. Так, что мы сделали еще? Мы установили сюда компрессор. Вот он, сам компрессор. Он идет уже с защитным вот этим кожухом. Его, наверное, отсюда лучше всего видно. Сам компрессор идет с большим баком, он у нас гораздо длиннее, чем нам приходится отдельно заказывать бак, который становится хорошо сюда, в этот проем. Вот он наш, этот бак воздушный. Вот. И он же идет уже со своим кожухом. Кожух этот крепится на раму в штатные отверстия, то есть даже ничего сверлить не приходится. И надежно защищает. Единственный минус, меньше объем бака, и приходится ставить дополнительные переходники. Вот, ну вот так вот это все выглядит. Так, ну и последняя фишка, это мы уже тоже, как говорится, всегда ставим, это вот эта защита амортизатора. Она ставится на правый задний амортизатор, который позволяет, защищает его вот эту вот пятку. Это тоже просят всегда поставить. Wheel liners, это вкладыши в задней арке, которые тоже ставят сейчас все брызговики. Так, ну и последнее, что надо показать снизу, это вот защита противотуманок. Это такие пластиковые вкладки, которые вот в это штатное место ставятся, и колесо не забрасывает ваши противотуманки грязью. Вот это все, что мы делаем по низу. Мы сейчас попробуем опустить наше запасное колесо. Вот у нас клиент непосредственно этого белого Раптора спросил, как, где оно находится и как оно опускается. Колесо у нас находится прямо здесь снизу, запасное. Ну вот как оно опускается, сейчас мы посмотрим. Так, вот ключ. Вот мы разблокировали его.
Ага. Достали. И вот сюда, наверное, нам надо что-то теперь... А, вот он. Так, ну вот это вот у нас набор инструментов, который идет вместе с домкратом. Сейчас мы посмотрим, какой из них работает с нашим запасным колесом. Это, наверное, площадка под домкрат. Все, пошло, оно ослабилось. Вот оно опускается. Все. Видно идет, да? Ну все, не будем мы его далеко опускать. В общем, процедуру мы поняли. И как это работает. И точно так же мы подожмем. Все, зажали. Ну, довольно сложно. Вот так вы можете поменять ваше, достать запасное колесо. Так, ну сейчас мы вам просто покажем, что мы докупили клиенту, чего мы не устанавливали. В принципе, это тоже стало стандартным набором. Первое, это набор. Тут у нас два комплекта колодок перед-зад оригинальные, кабинный фильтр, воздушный фильтр и три масляных фильтра. Это просит тоже практически сейчас каждый клиент, чтобы у него уже были расходники. Ну и наше прицепное устройство тоже, это универсальное алюминиевое прицепное устройство. Здесь оно еще с манометром, который вам взвешивает нагрузку на ваш шар и дает, показывает, да, достаточно ли, либо ваш вес превышает. Мы уже показывали здесь всю эту систему. Вот такой вот он у нас получается алюминиевый сам прицеп. У нас два шара, а один, по-моему, у нас 2,5/16. Это если у вас более тяжелый прицеп, это на 10 тысяч паундов веса он выдерживает. И есть поменьше, на 2 дюйма, и нагрузка на него у нас получается 8000 паундов. То есть вот у вас два универсальных. Ну и также, чем он универсален, это тем, что вы... как это работает? Можете регулировать его по высоте, то есть насколько ваш прицеп выше, ниже, вы его регулируете. И эта высота причем может меняться еще и вот таким макаром. То есть вы ставите вверх. Тут у нас, по-моему, длина хода 6 дюймов. То есть в общей сложности 12 дюймов у вас длина хода. Вот такое прицепное. Все. А, и здесь вот у нас замок, который блокирует ваш шар на этом ресивере, и никто его не украдет. И он замыкается как шар, так и сам ресивер в машине. То же самое, два замка. Все. Итак, дорогие друзья, мы сегодня вам представили наш очередной тюнинг-проект. Это новый Raptor 2019 года. Идет он у нас в Казахстан. И те аксессуары, те интересные решения, которые мы сделали на этом Raptor. Я повторюсь, всегда люди смотрят, всегда спрашивают, что нового поставить, что нового установить. Очень большой интерес не только к машине, но и к самим аксессуарам. А многие у нас уже, которые купили Рапторы, звонят и просят что-то им купить и доставить непосредственно из аксессуаров. Поэтому мы стараемся все новое, что мы устанавливаем, показывать вам и давать вам максимально возможный выбор аксессуаров на рынке, которые подходят к Раптору, ну и к другим любым пикапам. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш видеоканал. Если же у вас есть какие-то вопросы,
по приобретению любого авто нового БУ с рынка США и Канады, пожалуйста, обращайтесь. Все наши контакты в описании, и мы дадим вам максимально конкурентные условия поставки. Спасибо за ваше внимание. До свидания.